Значит, у нас есть фотографии перед нами, сделанные со спутников, о том, как выглядел Халапинский пляж. Давайте вот так приподниму. Из космоса в 11 августа 2020 года. Ну и следующий я снимок покажу 21 сентября. То есть у нас здесь Халапинский пляж. Вот это все знают толстый мыс здесь. Вот, собственно, вот это. И здесь у нас идет впадает у нас река Налочево. И, собственно, есть предположение, одно из предположений о том, что существует полигон ядохимикатов. И именно этот полигон является источником загрязнения, то есть там происходят утечки, выбросы какие-то, еще что-то. И происходит заражение, соответственно, вод Авачинского залива. И это предположение, и все так как-то на этот полигон очень смотрят Подозрительно. агрессивно, подозрительно. Но мы сегодня обсуждали с губернатором о том, что раз было совещание, именно посвященное Халатырскому пляжу, чистоте наших восточного побережья Камчатки, о том, что это одна из версий. На самом деле, как минимум, существует пять версий.